своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе и с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей. НАТО осуществляет разведку по всему югу России. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Россия! Мусор! Позор России! Мусор! Крепче! Держите! Дороги 5 метров! Не даем! Своих не даем! Не даем! Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не снимай. Телефон у меня, не отдам телефон. Это мое. Не отдам телефон, нет. Я не отдам телефон. Да? Протокол служебного дадите? Да чтоб вас на войну забрали! Идите на войну, воюйте, вояки! Спокойно, пойдешь! Телефон отдал, телефон отдал. Что? Не удивляйся, говорю. Спокойно, пойдешь. Слышишь, что давай? Давай. Здорово. Здорово! Ой! Ой!